Здравствуйте, дорогие друзья! Приветствую вас на канале Бальканто. И сегодня мы разбираем арию Турандот. Меня зовут Елена Корнелиса Сысоева. Я педагог по вокалу по линии старой итальянской школы Милоки дель Монако. И что сложного в Турандот? У вас должны быть очень хорошо уложены ноты ре, ми бемоль, ми, фа, фа, ди, соль обязательно. И они должны петься в одну линию. То есть есть понятие точки в вокале, как нужно в одном месте петь. Но на самом деле это не место, это нечто проникающее, это вектор, который идет. Понимаете? Потому что голос, он не может на одном месте быть, иначе он будет сам себе мешать. Он нужно все время куда-то струиться. И вот представим, что вы знаете, где эта точка, вы знаете, как должно струиться, вы знаете, что это смена мышц, а не разговорные позиции. Вот. И у вас первая фраза. Та-та-та-та-та-та-та, да.